Я вышла в эфир, чтобы похвастаться своим новым платьем. Сейчас. Короче, вот мое платье. Ну, кстати, может, здесь получше будет? Здесь нет получше. Я, короче, платье. Вот. К сожалению, не удалось погладить его, потому что здесь нет утюга, а я на работе. Вот, я купила новое платье, решила с вами вас спросить, нравится ли вам оно или нет. Вот. Потолок снимаем. Я в белом. В белом зале. Вот, точно. Ну так, смотрите, как у меня спина интересная. Меня тянет, короче, на белое. Вернее, даже не то, что меня тянет, а как бы в магазин, когда захожу, то вот только вот белое что-то более-менее приемлемо выглядит. Остальное какое-то, знаете... Ну, если бы оно было другого цвета, кстати говоря, и из другого материала, я бы его не купила. Вот. Вот так как оно из материала, который мне нравится, ХБ, вот. Поэтому я его как бы и купила. Такие дела. В следующий раз обещаю, постараюсь его погладить, и оно будет выглядеть лучше, я думаю. Хотя... Вот, а что у меня внизу? Что у меня под платьем? Там поясок, короче. А, не так, сейчас. Вот так. То есть, типа, если наклонюсь чуть-чуть, то будет интересный ракурс. Вот. А если я поставлю здесь, я придумала, может быть, я придумала. Кстати, я в зале, где веду уроки, между прочим. Вот этот шестик, на нем я веду занятия своим любимым ученицам. Вот. Это я. Вот. Короче, может, вот так будет лучше. Там видно. Всем привет! Я даже не знаю, как вам лучше сесть, чтобы это лучше ракурс. Как вам мое платье? Hello, hello, my friends, мои друзья. Кстати говоря, можно знать Стивом.
Музыки, да, не хватает? Наверное, здесь нельзя музыку включить, или можно? Можно не включить музыку? Наверное, невозможно, да? Печалька, печалька. Думала для вас сначала видео снять, потом думала, в чем буду видео снимать? В эфир выйду для вас. Вживую. Их не видно, короче. Вот мои ноги. Кстати, заметно, что я загорела или нет, друзья? Заметно или нет? Хотя я все хотела, но сложно. Сложно, да, понять, загорела я или нет. Я пойду что-нибудь сниму для вас. Ну, видео какое-нибудь. Вот. А то, к сожалению, мне не очень нравится, как вот в реальности оно выглядит лучше, чем на видео. Я смотрю в камеру и понимаю, что мне не нравится. Смотрю на себя в зеркало, и мне нравится. Да, такое провокационное платье, в котором на улицу, наверное, выходить можно, но... Господи, что-то там посыпалось, но под охраной, вот. Что-то полилось, что ли? Непонятно. Что-то непонятно. Все в этой жизни непонятно. Попью водички. И пойду для вас видео снимать. Сниму видео для платной платформы. Ну и, может быть, вечером выложу какое-нибудь видео, которое сейчас удастся снять со своим загаром, зафиксировать его, что он уже сходит. Была я гораздо ярче, чем сейчас. Вот. До новых встреч в следующем прямом эфире.